Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у меня такая вот большая распаковка. Давно не было у меня распаковок хороших. Ну вот, начну с маленьких. Тут сколько их? Тут 4, 7 посылок. 3 большие и 4 маленьких. Тут в основном будут, ну не все, тут часть вещей кемпинговых, очень полезных для походов. Допустим, вот это вот ведро. Да. А сейчас увидишь. Оно стоило. Вот ссылка будет в описании. Оно стоило там не очень дорого, но... А что это за ведро? А, сейчас увидишь. Для походов. Вот тут даже... Так, как он открывается-то? Так, мы открываем. Стоп, а ты рыбу кормил? Вот. Дальше. Вот такая вещичка у нас. А что там? Это ножик. Ого, еще один такой? Ну да, тебе и Пете. Вот такой вот красивый складной ножичек. Вот он шел, ну, очень долго. В принципе, мне было не к спеху. Сейчас я покажу его брата. Вот такие у меня два ножичка. Детям ходительств, конечно. Какой выберут? Этот, конечно, получше будет. Так. И вот такой. Этот можно крепить на одежду. Здесь специальную заклепку. В принципе, здесь тоже. Но обзор этого ножичка у меня уже есть. Я не буду его показывать. Павлик, тебе какой нравится ножик? Вот так. Вот это вот я не знаю, что это. Но мне довольно интересно. Чего? Так. Ага. Это комаров, что ли? Это для объектива крышка. Понятно. Для другого объектива, не для этого, которым я снимаю. У меня нашел. Так. Нет, для моего маленького. А вот у меня два объектива. Один для макросъемки, другой для обычной. Вот это вот, кажется... Так, тоже для него, ладно. Все. Маленькие закончились у нас. Посылочки. Огромные сейчас. Какой начнем? Вот с этой? Она поменьше этих. Вот с такой штуки. Ну я... Я знаю, что в какую... Что тут посылка. А вдруг это маленькая? Ну не знаю, а что в какой. Она упакована, ага. Хорошо? Харик, сюда, не бегай. Сейчас нужно. Вот это, я полагаю, матрас. Ссылка на него будет в описании. Матрас для палатки. Хорошо, я же говорю, тут основное, что для кемпинга. Запаковано хорошо, в пупырке. Тут даже у нас... А это еще что-то? Трогай, не трогай, я достану все от насос. А так, матрас надо мной. Тут, а подожди. Что-то... Тут у нас... Сиди. Пожелание от продавца поставить... Пятерки, и тут $2 скидка на что-то. Благодарность. Так, все, на, разматывай это. Так, ага. Тут он еще, мало того, что в пупырках, тут еще у него... Ого! Мешочек. Сейчас мы посмотрим. Все вовремя пришло, потому что мы в субботу идем в лес на 2 дня. А это зачем это? Так, сейчас, подожди, Павлик. Сейчас я выключу пока съемку. Так, вот такой насос для этой палатки. Не палатки, а для матраса. Там 3 отдушины. Там, точнее, 2. И там это 3 отдушины. Или как их правильно называют. Сейчас мы накачаем и покажем, как оно выглядит. На нем можно плыть. Так, накачал я матрас. Помпа неудачная, она какая-то маленькая. Вот, на самом деле она маленькая. Но надуть можно и... Оральным способом, ртом. То я сделал сам матрас, сам там подушка, каждая подушка накачивается, надувается отдельно. И отдельно сам матрас. Ну вот, они до пола не достают, все нормально, в лесу можно спать спокойно. Не прыгать не надо. Павлик. Вот. Ну и спускается он очень легко. Мягенько.
Фух, немножко запыхался. Я его качать, качается он долго. Ну, когда зато, когда ртом накачиваешь, потом уже помпа просто не берет. Не докачивает. Вот такая вот, мне кажется, удачная покупка. Ссылка будет в описании. Не помню я, сколько он стоил. Там зайдите, посмотрите. Ну, он такой недорогой и очень недорогой. Главное, что он и легкий, то важно. Сам по себе легкий. Я смотрю, вроде как он и непромокаемый, и особо его не пробьешь. Где-то. Но я все равно буду подстилку брать еще одну. Под него, потому что сейчас уже холодно в лес ходить, чтобы было теплее. Там уже с детьми себе я и вот не брал. Вот, ладно, приступаем к следующим посылкам. Итак, какую следующую открывать? Вот эту вот. Так, мне эта резинка не нужна. Так, посмотрим здесь. Здесь, мне кажется, удочки. Удочки набор стоил. Удочки на спаске. 1000 рублей. Даже около того. В комплекте тут все. Тут две удочки. Таких. А? Для меня, для тебя и для Павлика. А я буду вам помогать. Это удочки? Да, вот. Такие. Да нет, Павлик, не слони. Вот. Вот, фирма. Распаковываем. Вот такой. И можно и на руке носить, и за плечо. Так, я смотрю. Откроем, в субботу мы пойдем на рыбалку с этой штукой. Что у нас в наборе? В наборе удилище. Прятанное. Так, здесь у нас крючки еще. Картушка. Крючки. Ты чего? Дай сюда. И вот эта вот штука. Подожди, давай включай. Ты не просветишь. Так. Ты же просветишь, не держать. Не написан для профессиональной рыбалки. Посмотрим, что здесь залезка. О, кстати. Тоненькая. Говорили, что она какая-то толстая. Так, сейчас, ладно, дальше у нас спиннинг. Ну, это мы будем так, ну, на рыбалке я еще покажу, как он в действии. Что у нас тут? У нас тут огромный поплавок, я полагаю. Вот это поплавок, это буёк какой-то. Это целый буёк. Так, это у нас что? А где вторая удочка? Это звонок, я полагаю. А колокольчик. Рыбка поймала. Не обязательно на поплавок смотреть. Так, это. Это я не знаю что. А что это какое-то? Так. Вот это у нас. Что? Ножички. А зачем? Ну, леску обрезать. Удобная вещь. Ну, там будет тетя, у которой такая же удочка. Она нам и настроит. А где вторая удочка? Там же. Так. Вот того. Так, грузила. И набор крючков. Ага. Вот. А это что за крючок? Это я не знаю, что такое. Там точнее. Это поплавок. На какую он рыбу рассчитан, я не знаю. И грузила тут. Это еще что? Грузила тоже тут. На китайскую рыбу какую-то огромную рассчитан. На Китай, да. Спасибо. Ну все, это прячем. Второй посыл. Так, я не буду это выкладывать, потому что все это я еще покажу в лесу. Так, что-то я сейчас снял. Так, где леска? А в действии, сейчас вот я все спрячу, и вы увидите, как это выглядит на самом деле. В ты лесу. Сложишь? Ну да, в лесу сложим, в лесу все сделаем. И так, здесь у нас. Это не все еще, кстати. Ну я знаю, это. Нет. Вот это? Здесь, вот. Здесь что-то еще лежит. Это... Вот целый набор из чего-то. А это еще что такое? Ну это понятно что. А что это? Ну это смотри. Поставил. Ух ты!
Подожди. И тут удочка. Да, удочка. Раз. И она стоит на это, втыкнул. Как рогатина. Тут еще. А это что такое? Так, это. Это, скорее всего, леску наматывать. Так, а это у нас. Какие-то крючки еще. На веревочках, на красных почему-то. О, воблеры. Вот, если видно, и маленькие воблеры. Тут еще была обычная приманка, ну не знаю, не положили, да. Вот, будем экспериментировать. Ладно, все, спрячем. Ну, какой ценный набор, да? Вот. Ну вот второй такой же набор, я его не буду разбирать. Это мы сделаем рису. Положите куда-нибудь. Так. И последняя посылка тоже у нас за кемпинга. Тут детские рюкзаки. Ну, я не сказал, чтобы особо детские, 40 литров. Сейчас мы посмотрим, как все это будет выглядеть. И опять же покажу в лесу, и матрас покажу. Так. Должно быть их два. Что нам тут прислали? А, так. Что-то я от камеры ушел. Так, открываем. Что у нас тут? У нас тут один юань. Деньги? Да. Ого. Китайские. Нет, там что. Так. Ну, короче, благодаря, что я купил эту штуку, что она мне. Прочитаем на переводчике. Да. Вот. Такой рюкзачок у нас. Тут крепеж есть. Снизу нет. Спинка мягкая. Даже как мягкая. Не то, что она. Вот. Так удобная. Не будет жать. Не будет давить. Такой маленький кармашек. Не знаю зачем. Раз карман, два кармана. Так. О, пап, может, я сердечко креплю? Что у нас еще? Раскрепляйте еще. Ну и возьмите на память. О, денег. Такой вот. Там было сейчас. Удочки. Один рубль. Смотрим. Нет. Удочки сюда не влезут, к сожалению. Посмотрим, что-нибудь там положим. Так, вот самый большой. Ну, это, правда, я для леса. Я брал, чтобы они несли спальный мешок. Несли спальный мешок. Вот, как раз спальный мешок сюда помещается. В этот отсек. Так. Молния. Ну, в принципе, нормально. Не пахнет. Маловат, конечно. Хотя 40 литров. Сюда еще поместится. Одежда теплая. Так. И. Так, ко мне. Петь, иди сюда. Вот так это выглядит на ребенке. Тебе удобно? А закрой здесь, затяни. Ну, она, в принципе, спальный мешок, он легкий. Вот так вот каждый понесет свой мешок. И мне места побольше будет. Так, следующий. Он такой же, но без одной юани. Без монетки без этой. Ну да, ну вот такой же он. Тут. Это моя монетка. Такая фирма. Ссылку дам на него в описании. Увидите его еще, когда я буду в лесу снимать. Этот рюкзак тоже дам ссылку в описании. Вон, его находят прям. Вот такая вот распаковка. Все, не знаю, когда выложу, но... Всем до свидания. Кстати, вот удочка.
И уже использовался, вполне работает. Заявлено их 2 метра, 2100. И вот матрас. 2 ночи на нем спали и 3 дня на нем валялись. Заходили. Он не сдулся, не промок. Тепло сохранял. Вполне рекомендую. Надували его насосом и потом, как я показывал на видео. Вот. Сейчас будем собираться уже. Спали на нем втроем. Выдержал 3 и вес, и по длине, по ширине нормально.